Есть гитара? Есть. Слышите? Спасибо. А здесь есть водники? Конечно, есть. Замечательно, отлично. Тогда вы соседу объясните, что такое стрингер, что такое кельсон и все остальное. Хорошо? Ау? Есть авторы, которых воспринимают почему-то по одной песне. Вот все вы знаете песню «Бригантина», правильно? Да. Вот, но у Георгия Лепского не одна единственная песня. Попробую еще одну, по крайней мере, вам представить. А я на бревнышке сижу, молюсь, о боже мой. Она на камушках висит, полным-полна водой. А он по ней ползет, то вдоль, то поперек. Водичкой хлюпает большой его сапог. А у меня в глазах туман, какой-то страшный сон. А у нее перекорежен в щепки весь кельсон. А у него позеленела даже борода. И все мы трое не туда и не сюда. Но прибежали 25 отважных водников, и каждый с берега советует, как быть. Тогда я кончила заклинать святых угодников и стал картошку из байдарки выносить. Я это бревнышко в Москве припомню, боже мой, мои молитвы над Карельской голубой водой. Буруны грозные, товарищи испытанных, припомню я среди людей благовоспитанных. Благовоспитанные по реке не шляются, в промокших спальниках, в палатках не валяются, сырой тушенкой с сухарями не питаются, их в туалете не кусают комары. Но не придут к ним 25 отважных водников, чтоб взять с порога их дырявую ладью. И проживут среди ханжей и греховодников жизнь безопасную и грешную свою. А нам опять в буруны белые идти пора, а ей опять пора чесать об камни стрингера. А за порогом дали дальние нас ждут давно,